3-4 апреля в Вашингтоне состоялось очередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Заседание было посвящено 70-й годовщине Альянса. В интервью журналистам, данном в рамках заседания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Азербайджан является близким партнером Альянса, подчеркнув, что наша страна тесно сотрудничает с НАТО в сфере обеспечения международного мира и безопасности. Генеральный секретарь довел до внимания, что значительный военный контингент и мультимодальный транзит Азербайджана является большим вкладом в миссию «Решительная поддержка», осуществляемую руководством НАТО в Афганистане. Особо отметив использование государственными членами НАТО железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, начавшей действовать в 2017 году для транспортировки грузов в Афганистан и обратно, Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта железная дорога способствовала успешной реализации миссии «Решительная поддержка» Альянса. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач.